В Сочи на стационарном посту «Магри» сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль Nissan под управлением 41-летнего жителя города Москвы. В салоне транспортного средства, помимо водителя, находились двое пассажиров, жители Челябинской области, мужчина и женщина в возрасте от 19 до 25 лет. В результате личного досмотра в вещах пассажиров сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов гашиша и амфетамина. Позже, в ходе осмотра их съемного жилья в центральном округе города Сочи, полицейские изъяли 600 граммов мефедрона. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.